подбирают слова и торжественно исполняют гимн России. Для школы номер 20 важное событие. Митинг в память о бывших выпускниках, не вернувшихся с афганской войны. Приглашены бывшие сослуживцы, родные Ивана Гапонец и Валерия Петренко. Такие мероприятия для юных сочинцев проходят по инициативе ветеранов сочинского отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство». Это вера в будущее нашей Родины, это великий патриотизм, чтобы не было больше войн на свете. Благодаря инициативе воинов-интернационалистов, ветеранов боевых действий в Афганистане, на здании школы появились мемориальные доски. Постаревшие родители внимательно вглядываются в лица невернувшихся ребят. Когда-то они за руку привели их сюда учиться и здесь учили любви к Родине. Возлагает цветы и дочь Юлия, которая совсем не помнит своего отца. Есть у Ивана Гапонец и внуки, но и им сложно говорить в такой обстановке. Учителя хранят бережно в памяти все, что связано с именами воинов-афганцев. Помнят, как они хорошо учились и участвовали в городских соревнованиях. Помнят и как провожали их в последний путь. Мы их хоронили. Привезли их поздно ночью. Захоронение делали со всеми учениками, учителями, с которыми ребята учились. Это была большая потеря лучших детей. Иван Гапонец был заместителем командира батареи противотанковых управляемых ракет. Закончил высшее артиллерийское командное училище. Погиб, когда ему едва исполнилось 25. Об этом рассказывали сегодняшним ученикам. А рядовому Валерию Петренко было всего 19. Он успел только окончить 9 классов и получить профессию водителя. Теперь лица ребят, славных учеников 20-й школы, будут каждое утро встречать будущих призывников. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.